Привет, друзья. Хочу влюбиться и картину, чтобы нарисовать, как Климт Гамсун. Вот он нарисовал картину такую прекрасную, которая была и на фотообоях, и на чашках, и на кружках. Ну как это историю, вы знаете, да? Какой-то повеса пришел, там богатый, заказал ему картину, медальон показал этой девушке. И он нарисовал эту картину, и потом тот так удивился. Почему? Потому что он ухаживал, кажется, за этой девушкой, она все ему отказывала, а у этого повесы не было отказов. И вдруг он так в нее влюбился, что не знал, что делать. И вот он показал этот медальон, и художник нарисовал эту картину. И потом они когда-то встретились где-то в аэропорту или где-то там, и он его спрашивал, а как тебе удалось нарисовать такую картину? Потому что я, говорит, эту картину потом повесил у себя дома, в спальне, и когда девушка пришла в гости, она увидела эту картину и осталась. Ну, так и получилось. А художник сказал, а я когда увидел этот медальон, я увидел эту девушку, я влюбился. Но ты, говорит, не беспокойся, потому что как только я картину нарисовал, я тут же освободился от любви. И вот такая история. И поэтому, если монахи раньше, чтобы нарисовать икону, голодали, постились, ну какой художник, как готовит себя к какой-то картине, как-то он себя настраивает. Я вот холст свободный теперь имею, думаю, кого бы влюбиться, потому что я в свое время написал такую фразу: в ожидании любви, как и в самой любви, как и освобождение от любви, о, глоток свободы. И во всех этих стадиях есть своя прелесть. Поэтому, друзья, я вот думаю, в кого бы влюбиться, чтобы нарисовать эту картину. Есть, конечно, там у меня подозрения, там. Ну, очень много девушек красивых, как говорится, в нашем городе большом. У меня очень много друзей. Хотите, насмешу? Ну, подскажите, это я завлекаю вас, чтобы вы мне комментов больше написали, чтобы наша школа расширялась. До встречи, друзья.